Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Зайдем на почту. Так, вербуй персонажа из Альфа. Осколки полярной звезды теперь можно приобрести в военном магазине за кредиты. Ну ладно, допустим. Так, ну что, ребята, я хочу сказать вам, что у нас добавлено несколько новых персонажей. Сейчас я награды заберу. Так, а у меня что, я победил там? Получается, в космическом испытании. Ну да, 3 победы, получается, что и повышает мне ранг. Не хочу, ребят, чтобы повышали, потому что звездюлей я все равно получу на следующем событии. Так, переходим к открытию, ребята, персонажа. Это Танос Финал. Я на него наконец-то накопил и вербуем. Вот так вот. Злодей Космос, навык Буянный Аннигилятор. Когда прыжок во времени Мстителей пошел наперекосяк, Танос случайно увидел свое будущее, где ему удалось осуществить свои планы. Это сознание подтолкнуло его к тому, чтобы отправиться в будущее самому и обеспечить исполнение своей неизбежной судьбы. Так, наносит основной цели 80% урона и вызывает блокировку лечения. Проводит 1 дополнительную атаку. Дает персонажу и всем союзникам барьер в размере 15% от максимального здоровья этого персонажа. Копирует на 1 основную цель до 1 случайно отрицательного эффекта с этого персонажа и каждого союзника. Вот так вот. Так, а мне что надо сделать? Давай вспоминай, что тебе надо сделать, Рэй. Тебе нужно поднять ранг 17, чтобы ты мог это, но пока никак не получается. К сожалению. Пока никак не получается. Ладно. Заберем здесь награду. Так, ну что, ребят, хотел сказать. Ну, как вы уже, наверное, увидели, у нас появился Блейд. Вот он. Борец против вампиров. Также у нас скоро появится клятва. Типа суккуба такого. И наконец-то будет леший. Ну, а остальные вроде бы все по-старому. Пока событие идет, ребят, на Блейда. Уж не знаю, успею я его открыть, не успею. Конечно, попробуем, но мне кажется, вряд ли я успею. Так, давай заберем все это. Что у нас там сразу еще идет? Автоматом. Автоматом. Так, Блейд может получить в событиях и акциях. Глухая ночь. Это я прошел. Здесь, естественно, ребята, нужен Блейд, которого у нас нету. А эти скоро. События на этих скоро появятся. Насколько скоро, хрен его знает. Че тут елози? Че я хотел-то? А! Такс. Это покупаем. За 100 тысяч. Хотелось бы, конечно, приобрести и посмотреть. Ну ладно, фиг с ним. Так, здесь. Что-нибудь есть у нас тут? Ну, понятно, 1 сфера на голду. И 15 сфер на что? Что-то не понял я, подожди. Ага. На уникалке. Так, здесь у нас пока ничего.
Тут заберем вот это вот. По припасам, что у нас? Так, давай посмотрим внизу. Так, и 12 тысяч еще остается. Сейчас приобретем что-нибудь. Что нам нужно, чего у нас не хватает, с чем у нас дефицит. Вот с этим дефицит. Ну и получается с молекулярной тканью тоже, ребята, дефицит. О, со сквотч, понятно. Понял я. Так, ну что, Паркер тут остался немножечко со сквотч. Потом, наверное, с ним будем разбираться. А в первую очередь Паркер тут остался совсем немножко. До 300-очки его докачать. Так, здесь все приобретено. Получается, то, что тогда тратим с тобой. Ну, здесь можно приобрести. Так. Угу. Берем. Так, берем. 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 И здесь тоже берем. Пока так. Как-то. Ну, шестую, я думал, седьмую звезду. Так, ну это дубликат, как обычно. Тоже дубликат. А вот здесь уже гарантированный персонаж появится. Седьмой звездой. И кто же это будет? Кто будет-то? Блейд. Красная звезда улучшена. Ну, понятно, ребята. Блейд только. Обидно, что Блейда нету. Звезды есть на Блейда, а самого Блейда пока нету. Такс. Тут 13 тысяч. Что делать-то будем? Выполнить задание? Ну, рейды Альянса. В первую очередь, наверное, это понимаю. Надо сделать. Так, 2-2. Давай вступать и начнем. Ну, отсюда, пожалуй. Пожалуй-ка начнем отсюда. Мрачное будущее. Возможно, скоро получим награду за мрачное будущее, если, конечно, успеем. Перезагрузка Орксиса. 63. Там по 200 идет. Не, не успеем. Надо будет еще потом целую заходку делать. Опять перезагрузка. Ну, перезагрузку, наверное, успеем завершить. Скорее всего. Так, и последнее. Давай сюда. Замечательно. Так, здесь мы сделали. Давай сюда теперь. Подожди, куда ты залез? Вступить. Давай сюда зайдем. Какая разница? Вступить. И... Так, ноунейм там лазит. Ну да, в принципе, здесь можно так сделать. Блин, хотелось бы, конечно, мрачное будущее сегодня закрыть, но... Не получается нифига. 64-100. 64-300 будет сейчас, да? Пятьсот. Да, не успеем. Не выходит. Так,
Вот это, что здесь пугало делать, не могу понять. Эти тоже что-то не в кассу тут стоят. Поехали. Так, последний бой. И это мы закрываем. Это мы закрываем. Перезагрузку все-таки не доделал чуть-чуть, да? И здесь тоже не хватило и хватило. Сейчас посмотрим. Ну, это Орсис, по-моему, да. Только Орсис, ребят. А мрачное будущее... Не успел я. Ну, не хватило мне. Так, здесь забрали. Танос, Танос. Что мне с тобой делать, Танос? Такс, подожди. Ну, тут, в принципе, нормально, поэтому все хорошо. Вот здесь надо 95-й, да? Хотя с хера ли 95-й? Или надо? А, надо. И не хватает. И не хватает. Так, паучиха. Что там тебе нужно? Давай, блин, дофига нужно искать, конечно. Дофигища, сколько у меня. 35. 47. Блин, медленно идет. Во, но там еще надо, чё? Блин. Чё, так сразу, быстро? И теперь вот эти, да? Надеюсь. Сотка, блин, ну офиг делать. Есть. Надевай. Так, и она получает у меня 16 уровень. Спросишь, нафига я это все делаю, ребят? Я объясню. Для того, чтобы мне дальше пройти на события, мне нужно вот этих вот ребят, эту и вот эту 16 категории, чтобы пойти на апокалипсис. Там не хватает совсем немножечко. Вот апокалипсис, вот у нас тут. Открыть. Че, хватает, что ли? О, извини, я тебя прервал. Пожалуйста, продолжай. Ник Фьюри, ты лично решил встретить свою кончину. Это достойное уважение. Много людей бежало, спасаясь от моего гнева. Но это их не спасло. С чего мне куда-то бежать? Я уже столько времени и сил потратил, чтобы выманить тебя и узнать твой великий план. Хочешь объединить наш мир с другим, да? Раз тебя так интересует мультивселенная, давай я познакомлю тебя с лучшими ее обитателями. Хм, странно, без нее можно, оказывается, обойтись. Меня это вполне устраивает. Только справлюсь я, да? По идее, должен. Тут все-таки пустельга, это... Наверное... Прокатит. Сейчас посмотрим, друзья мои, что тут у нас получится. Надеюсь, что-нибудь да получится. Просто закрыть уже это событие и все. Но где ты там? Чего ты там? Лунный рыцарь. Это же лунный рыцарь, да, у нас? Так, 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 так. Давай начнем с этого. Угу. Пум-пум-пум-пум-пум. Поехали.
Давай так. Готов. Надо вот этого хламона, ребята, валить. Иначе он тут сейчас навызывает своих солдатиков. Давай так. Выжил. Ага, все норм. Доигрался, да? Так, давай, наверное, этого попробуем. Ух. Минус. Куда ты там бежишь, блин? Да сколько у вас там? Шестеро. Ну это последний получается. Ты заколебал уже, а? Хорош. Давай, наверное, этого темного зверя. Ну, в общем, здесь пройдено. Че ты лезешь, а? Так, у него, ага, 2-1. Все. Ты бросаешь мне вызов. Я легенды. Я легенда и древнее могущественное существо. Ты же лишь мелкая сноска на страницах истории. А я апокалипсис, есть история. Ну, хоть в чем-то мы с тобой согласны. Давай-ка вернем тебя в гробницу вместе с остальными артефактами. Удар, уничтожить апокалипсиса. Ну, в принципе, мы это и делаем. Так, а вот это хорошо, 637. Это меня радует, мне как раз нужны эти, блин. Как их называют-то? Фишки. Короче, для покачки ИСО. Кредиты, да. Так, что дальше у нас? Ага, еще 637. Габит, ты за главного. Я пока попытаюсь придумать, как взять под контроль энергию мультивселенной. С удовольствием. Габит не упустит шанса проявить себя во всей красе. Я видел твои фокусы, солнце. Ах, как же они мне нравятся. Жаль, что придется положить им конец. Черри, если твое сердце все еще слышит, вернись ко мне. Я с тобой, Рэми, иди ко мне, поцелуй меня. Сейчас я тебя поцелую, блин. Так, это убираем. О, нет. Вот так вот. И вот так. Ух, красота. Так вот, ты что-то как-то не в тему. Ладно, пускай будет здесь. Вот так вот. У нас такая солянка тут появилась. Ну, какая разница, ребят. Наша цель какова? Разнести чертовой бабушке-то все. А какими способами, это уже никого не волнует. Крутимся как можем. Выживаем как можем. Я вот только не могу понять, она что, робот, у нее руки какие-то как робот или... Скорее всего, она механическая какая-то. Или механические протезы у нее, это руки, или хрен его знает. Так, ну что, тут команда семени, да, я смотрю. Давай так сделаем. Что-то тут солянка у них какая-то, и семя, и эти. И Джиггернаут почему-то здесь. Давай-ка вот так вот сделаем. Нечего здесь шуршать.
Да ладно, серьезно что ли? Угу. Отдохни, родная. И вы тоже отдохните. Прекрасно. И еще 636. То есть уже полтора ляма, да, у нас насобиралось. Как раз мне хватит улучшить. Как раз мне хватит улучшить. Нормально. Так, ладно, посмотрим дальше. Пропустят меня. А тут-то что у нас? А тут, ребята, апокалипсиса зарабатываем уже. Угу. Еще 637. Приближается война, мой зеленый друг. Разберись с ним, а я займусь голодом. Хал крушить! Думаешь, сможешь меня одолеть, Стрэндж? Я справилась с твоей драгоценной алой ведьмой. И я выпустила апокалипсиса. С чего ты взяла, что меня можно остановить? Я продал душу не для того, чтобы снова наблюдать, как рушится моя вселенная. Клянусь всеми мирами, ты не закончишь ритуал. Так, ребятушки, ну что у нас тут? Наверное... А, это необходимые персонажи, то есть без них никак. Так вот я, наверное, сделаю. Посмотрим. Пустельга, конечно, тут не в тему, если честно. Но мне нравится, что она блокирует призов. И у нее есть массовая атака неплохая. Поэтому я ее оставляю в команде. Ну и еще это один из самых сильных персонажей у меня есть по прокачке, ребят. Так, ну что... Получим мы сегодня апокалипсис или нет? 13 противников. Так. Давай. Выжил гаденыш. Он мощный, да? Не надо ругаться, не надо ссориться, блин. Так, а вот тут надо, друзья мои, наверное, делать вот так вот. Блин, я по ней не попал, да? Я думал, что она попадет в зону. В зону наказания. Ладно, давай так сделаем. Так, ну негатив... Давай так. Хоть и негатив меня немножко раздражает, но... В плане две ведьмы... Ну нафиг. Так, давай-ка Халка. Есть, есть. Угу, так, еще трое должно быть. Массовое. До свидания. Идеально, друзья мои. Идеально. Ну что, пойдем за апокалипсисом. Долго, ребята, я к этому шел. Долго, если честно. Месяца три. Да, месяца три. Практически с нуля прокачивал всех своих персонажей, которых там надо было сделать. Поехали. Мистики без сознания. Халк ранен. Отступаем? Пока нет, у меня остался еще один козырь. Апокалипсис, познакомься с вечными. Очередные ложные башки? Со мной, верные слуги, ритуал почти завершен. Я буквально свечу силой. Попробуйте напасть на меня и узрите всю ярость апокалипсиса и его всадников.
Так, а кого не хватает? Ну, это я знаю, это всадники апокалипсиса, но... Хорошо. То есть мы сейчас играем от роли апокалипсиса, получается. Понятно. Смотрим. Кто там против нас? И сколько, и какие ребятушки? После битвы должна быть мощная. Ага, вот они вечные, да? Ну что ж, давай приступать потихонечку. А, вот и сам апокалипсис. Давай-ка, наверное, так сделаем. Ага, дум. А ну-ка, вот так вот. Халк, ты готов? Хрена он не готов. Сюда давай. Травму, травму он навесил. Ух, неужели он настолько мощный? Этот апокалипсис. Так, ну тут гамби... не получится, ребят. Ладно, хрен с ним. Упал. Давай, наверное, так попробуем. А, у него воскрешалка. Блин, надо было не сейчас надо было тратить. Не сейчас это надо было делать. Тэн. Да добивай его, наверное. Что за детский сад вышел? Против всадников апокалипсиса вот эти вот охламоны, это вообще ни о чем. Просто детский сад. Просто разнесли в хлам. Блокируем по полной программе. Все. Кровотечение вешаем. Запрет на лечение. У них шансов ноль. Все твои кумиры пали. Своей силой я доказал, что этот мир принадлежит мне. Владыка, готово. Портал открыт. Теперь со мной вновь окажутся мои лучшие воины. Один мир покорен, пора завоевать следующий. Мы захватим землю, и никто нас не остановит. Явись же, армия апокалипсиса. Так вот она стоит. Всадники апокалипсиса. Ну что, друзья мои, я открываю апокалипсиса, как ты понимаешь. Это круто. И это круто. Вербуем. Конечно. Отлично. Альфа и сейсмический песок. Апокалипсис. Первый мутант Эн-Сабах-Нур прибыл. Он использует свою небывалую мощь, чтобы сокрушить вражескую защиту и наделить союзников оберегом и иммунитетами.
Круто. Так, и у меня осталось, ребята, вот это вот. Усилить только лишь апокалипсиса, по ходу дела, да? Но для того, чтобы его усилить, мне нужно пройти вот это. Чтобы пройти, мне нужно, ребята, здесь команда. А именно, мне нужна будет команда... То есть, вот этих вот ребят нужно прокачать до 17 уровня. Ну, до 17 категории. До 17 категории прокачиваю и можно вступить. Потому что этим, в данный момент, отрядом, который вот у меня, вот это вот, ну, меня там разносит, сразу скажу. Стирает в порошок, так скажем. Так, ну что у нас? Что тут у нас завершено? Ага, понял. Перегрузка Орксис. И... Ну, тут понятно, на ресурсы. Это забрали. И это тоже забрали. Так, в налетах. В налетах все это пройдено у нас. Рейды только что проходили. Так. Ну, давай тогда заберем наши награды. Ребят, в комментах напишите, апокалипсиса вообще стоит качать? Ну, наверное, стоит, мне кажется. Наверное, связка всадников во всадниках апокалипсиса, она, наверное, круто зайдет, да? Этот апокалипсис. То есть сам он и 4 всадника. Или сколько там? 3, 4. Или Таноса лучше качать. Блин, не знаю, и того хочется. Очень много персонажей на прокачку. Какие нам нужны, вот хрен его знает. Сфера Джарвиса. Так, 5 модулей. Это, а, это на кредиты. Да нафиг тут, надо все сразу открывать, да и все. 60. Такс, давай свои уникальные вещи. И здесь тоже забираем. Такс, тут мы тратим. Тут можно эти качать, но я, наверное. Ну да. Хотя, подожди, может быть, нам приобрести эти. Сейчас, подожди, гляну. А, у нас ничего тут нету, у нас только персонажи. Ну хорошо, давай электро. Пускай будет и борец-опустошитель. Так, подожди, биотехники, мистики. И опять же мистики. Так, здесь этого мы взяли. Ну, один какой-нибудь. Одну покупку сделать, и в принципе все закончится. 17. Ну, можно вот это взять. А можно и вот это. Такс, ну-ка, давай возьмем вот этот вот.
бирюзовое снаряжение. И синие. Бирюзовые и синие. Так, здесь Дакина будем брать, наверное, да? Ну, давай Дакина, фиг с ним, будем его прокачивать. Так, остальное вроде бы все смотрели. Экс, окей. Так, статус открываем. Оп. Подтвердить. Оп. Ну-ка, что тут у нас? Заберем, у нас еще 75 кредитов на силу пойдет, на прокачку. Участвовать в трех миссиях ИСа. Это опять на Немроды. О, жетончик один. Так, а что у нас тут? Объятия демона. Давай. Все, да? Прокачался. Девяносто пятый уровень. Ну, как раз света ей хватит, этой бабки. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А у... Где ты? А, у остальных же все. Значит, бабку только прокачать надо, да? Значит, только бабку. Ну, прокачиваем ее, фигли. О, шикарно. Такс. И получается, что пока все. Так, а где у нас апокалипсис? Надо его немножечко вытянуть. 64 уровень, применяем. Улучшение сразу до 11 категории. Ну что за зависон, ну... Так, конец наступил и первый мутант. А что такое первый мутант? Этого персонажа нельзя возродить. Скорость этого персонажа и всех союзников можно снизить только с помощью замедления. Дает 40% шансу контратаки. Нормально. Давай вкачаем сколько сможем пока. Фига, у меня 13 миллионов. Ничегошеньки не осталось, там 4 миллиона. Лихо я втюхал. Ну. Нормально. Я думаю, он зайдет мне с моими всадниками. Как отдельная группа. Я вначале думал, что это рок, а это, оказывается, ребята, меч. Ну и, конечно же, тут. Блин, они офигеть, они так быстро... Я не успеваю, ребята, одного персонажа, блин, прокачать полностью. Они уже трех новых ввели в игру, блин. Ну что, вот я получил апокалипсиса. И что теперь? Кого мне теперь получать? Не, ну, в принципе, Блейда. Блейда, Робостраж. Девчонка эта.
А теперь, по большому счету, нужно прокачивать до 18 категории шмотки, чтобы уже дальше проходить события, чтобы получить скрулы и тому подобное. А, 75 уровень же нужен, да-да-да. Но Таноса тогда уже в следующий раз прокачать получится, надеюсь. Пока еще не видел, ребята, Таноса против вот этого Таноса против себя в битвах. Хотя мне кажется, он хорош. Лучше, мне кажется, чем вот этот Танос. Так, и что? Понятно, все этапы завершены. Ну, кому тут? Тут может уже, ребят, завершить. Все замечательно. Так, ну, у тебя еще тут не прокачано. Да и у тебя тоже тут. Пока как-то так. Что такое? Фордж. Да ё-моё, я всю энергию хочу потратить и все время забываю. Апокалипс у нас какого? 60 уровня, да? Мы его где-то в этих районах прокачали. Где-то здесь должен быть. Здесь 4 уровня. Ну и нормально. 65 вкачаем и можно повысить ему еще категорию. Получается. Ну да. Так, 75 уровень. Кому только вкачать-то где? Здесь, может. Здесь все есть. Тут все есть. Тут тоже все есть. А у тебя? Понятно. О. Забираем. Еще 75. Так, хватит мне апокалипсису поднять левел. По идее, должно хватить. 75, ну то. Оп.
И 12-я категория. Ну давай ты улучшайся. 67-ю сделаем ему. Все. Ну и что получается у нас, по-моему, ребятушки? Ну где это там, блин? Показывай давай, что? И еще 7. А, тут? И тут 5. Нет, 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 нет. Ну а теперь вроде бы как все, ребят. 40 тысяч, 40 тысяч. Да. Там же за кадром пойду на арену, хотя... Кого тут можно разнести? Ну, вот этих вот, например, в хлам. Эти ребята просто разорвут в хлам. Против тех, кого мы сейчас выставили. Разнесут, а даже не поморщится. Чего ты так долго грузишь-то, я не понимаю. Чего ты... В чем у тебя проблема-то? Странно, блин. Заново он грузит внизу, ребята, он, видите? Докачка идет какая-то. Ладно, сейчас один поединочек на аренке и будем закругляться, ребятушки. Время уже 7 утра. Еще не спал нифига. Как я в 10 встану на тренировку, ума не приложу. Я потому что пришел с работы, с ночной смены, проспал везде. Под вечер очухался, блин. Вообще просто, просто, ребят, на изи. В финале. Как я не знаю кого. Даже не парились. Даже не парились. Особо-то сильно. А. Тут же все у меня за брата, тем более, чуть 4 дня ждать. Все, ребятушки, тогда на сегодня будем закругляться. Вот здесь надо, ребята, надо, блин, прокачку, прокачку, еще раз прокачку. Нужен еще один персонаж. 18 категории. Я бы, конечно, наверное, желал бы иметь здесь Гамбита. Но нам не хватает вот этих вот. Я думаю, найдем в скором времени. Все, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.